6 апреля 1945 года начался штурм Кенигсберга. Город был важным узлом обороны немцев на Балтийском море. Операцией руководил маршал Василевский. Цель операции – отсечь немецкие армии от основных сил, прижать к морю, полностью очистить от противника территорию Пруссии. Еще в гражданскую войну на Тульской земле Василевский стал красным командиром. Славный путь от Тулы до Кенигсберга прошли и бойцы Тульского рабочего полка. До победы оставалось 33 дня.